Всем привет! С наступающим Новым годом! Вас всех поздравляю! Сегодня будет распаковочка новогоднего подарочка от Лены Перовой. Кто ее не знает, ссылочку на ее канал я оставлю. С Леной мы дружим уже очень-очень давно. Я даже не помню, сколько лет. Практически с основанием моего канала. Это уже очень много лет прошло, я даже сама сбилась со счета. У Леночки тоже есть свой канал, очень интересный, мы с ней очень похожи, мы любим масочки, мы любим дачу, она тоже дачница, как и я. Вот. И уже второй год подряд мы с ней обмениваемся новогодними подарками. И в этом году так совпало, что мы прям в один день, даже не сговариваясь, отправили друг другу подарки. Ну, я уже получила, но на вот этот момент Лена еще не получила. Хотя странно, в один день отправили. Вот, ну, надеюсь, что она завтра, уже завтра у нас будет понедельник, завтра она получит мою посылочку. В общем, я ее забрала еще позавчера. Открыла ее одним глазком, заглянула. Хотела вчера снять видео распаковку, но у меня не получилось, времени не было. И вот снимаю ее сегодня. Повторю, что одним глазком я уже глянула, что тут есть, но подробно все не рассматривала. Хочется все-таки такую интригу немножко держать и показать вам живые свои эмоции, реакцию, так сказать, на подарки. Давайте начнем вот с первого, что я вижу. Повторю, что мы с Леной дачницы, поэтому Леночка прислала мне кучу-кучу разных семян. Класс, спасибо огромное. Знаешь, что мне нужно, что я люблю, да? Так, кукуруза, лук на зелень. Капуста. Кстати, капусту я в этом году не сажала. Вот будет повод у меня на следующий год посадить капусту. Редиска. Редиски много не бывает. Так, огурцы. Огурец кустовой. Очень интересно, какой он будет. Томаты. Томаты я в этом году сама сажала, сеяла на рассаду. Рассаду выращивала, поэтому вот еще мне Лена прислала такие томаты. Томат. Тетя Валя. Так, также перец острый огонек. Классно. Спасибо. Кабачок желтоплодный. Так, перец сладкий кавалер. Тыква катай валяй. Такая вот тыковка. Репа петровская. Интересно. Я вообще репу пару раз в жизни ела. Мы с мужем, помню, как-то покупали, пробовали и остались довольны. Как бы мы и попробовали, ну, понравилась она нам, но как-то вот у нас ее не продают, перестали продавать. Вот. Вырастим сами. Так, и морковь. Вот такая вот морковь. Так, все, вроде с семенами все. Дальше, что я тут вижу? Что это такое? Не пойму. Что это такое? Я, кажется, поняла. Тут вообще ничего не написано, как бы вот только. Я открою. Я, кажется, поняла, что это такое. 4. Это, скорее всего, подставки под стаканы, да, под кружки, под стаканы. Они вот такие вот деревянные или картонные. В красивом таком дизайне. 4 штучки. Нас в семье четверо. Вот каждому подставочка такая под стаканы, под кружки. Если я не права, Лена, исправь меня. Но я так думаю, что это оно и есть. В общем, такая вот штучка. Так, дальше. Что я еще вижу? Антицеллюлитная маска. Beauty Visage. Такая вот масочка. Их две. Класс. Буду к лету подтягиваться. Подтягивать фигуру себе. Спасибо. Так, дальше. Что я вижу еще?
Мой любимый скраб. Я недавно себе такой на Озоне заказала. Видели видео недавно. Но скрабов много не бывает. Это мой самый любимый. Лена знает и всегда мне каждый раз его присылает. Я его положу пока в шкафчик на хранение. Потом, конечно же, буду пользоваться, когда мой закончится. Я его очень люблю, этот скраб. Поэтому, Лена, спасибо. Спасибо огромное. Отправляется в мои запасики. Так, дальше. Что это я вижу? Укрепляющая сыворотка против ломкости волос. Для поврежденных. Защищает волосы при термовоздействии. Классно. Я люблю такие вещи. Каждый день приходится сушить волосы феном или укладывать утюжком, поэтому пользуюсь термозащитой. И вот это как раз мне будет нужна такая вещь. Это и фреше. Так, дальше. Вот такая красивая коробочка. Black Ice Patch. Мой английский, конечно. Ну, я поняла, что это патчи черные. Такая коробка. Патчи я тоже люблю. Да, мой английский меня не подвел. Это черные патчи. Класс. Буду с удовольствием пользоваться. Супер. Так, дальше. Мыло. Лена тоже ценитель мыла, любитель, ценитель. У нее очень много мыла разнообразного. Вот она мне тоже прислала. Вот такое вот с экстрактом органового масла. Вот такое мыло. Пахнет очень вкусно. Так, дальше вижу две одинаковые баночки. Вот такие. Тут написано, что это... баночки одинаковые, но содержимое у них разное. Обвертывание фруктово-йогуртное и каолиновая маска для лица. Я так думаю, что это где-то дают, может быть, в салонах каких-то такие вот пробнички, тестеры, типа вот тут в баночках немного содержимого и как бы баночки одинаковые, но подписаны они по-разному. В общем, обвертывание и маска для лица. Буду пробовать тестировать. Так, дальше. Еще сколько тут всего интересного вообще. Так, маска для лица. Еще вижу вот такая. Очень удобные упаковки. Можно брать с собой куда-то в путешествие. Воспользовался, закрутил, никуда она у тебя не денется, не вылезется ничего и будет занимать мало места. Вот для путешествий себе оставлю вот эту маску. Так, дальше. Орифлейм, это дезодорант, антиперспирант, вот такая вот баночка. И Лена мне сказала, что это очень хороший дезодорант. Буду пользоваться. Это всегда нужная вещь. Я вот всегда люблю шариковыми именно дезодорантами пользоваться. Так, дальше. Как же без ухода за ручками? Бархатные ручки крем. Это один из лучших, наверное, кремов для рук, который я когда-либо пробовала. Все его знают, да? Вот такой вот тюбик. Дальше вижу еще одну маску. Экстракт граната. Маска для лица. Жидкий пластырь, спецпласт для оперативной помощи. О, классно. Спасибо. Часто вот что-то подобное нужно, а вот такого у меня никогда не было. Такой вот тюбик. Спасибо. Нужная вещь, конечно. Класс. Так, дальше. Что у нас тут еще? Ой.
румяна, да? Вот такие классно. А мои разбились, у меня лежат вот тут разбитые, но я ими пользуюсь. Теперь у меня будут вот такие румяшки. Спасибо. Они классно с кисточкой идут здесь уже. Так. Ой, сколько тут еще всего? Сколько тут еще всего? Масочка вот такая. Масочка вот такая. Вот такая. Это патчи для губ. Класс. Масочка вот такая. Масочка вот такая. Ой, еще вижу. Еще вижу семена. А, еще куча целых семян. Это то, что я вам показала, была только половина. Лук-батун апрельский. Вот такой. Свекла. Такая. Такая. Еще лук вот такой. Патиссоны. Такие патиссоны желтые. Мангольд. Салат, да, такой. Вот такой. Редька. О, класс. У меня прям в этом году будет разнообразнейший просто вообще огород. Капуста пекинская. Классно. Я люблю пекинскую капусту. Попробую ее выращивать сама. Капуста цветная. Класс. Тоже хотела попробовать ее сама выращивать. Баклажан. Улыбка негра. Баклажан. Баклажан галина. Дайкон. О, я люблю. И в детстве очень любила дайкон есть. Выращивали родители. Так. Французский завтрак. А, кстати, Лена говорила, что вот это хорошая редиска, я помню. Так. Змей Горыныч, перец острый. Вишневая гроздь. Вот такие вот помидорчики. И кабачок цукини. Черный красавец. Такие семена. Просто вообще разнообразие такое. Так, шоколадочка вкусненькая. Альпенгольд к чаю. Вот такие теплые, красивые новогодние носочки. Класс. Так, что тут еще? Что-то я вижу еще из косметики. Орифлейм. Помада. Губная помада. Орифлейм. Ой, классно, светленькая такая. Мне нравится. И немножко с блестками. Так. Вот это, походу, тоже Орифлейм. Да. Вот такая вот помадка. Вот такая вот еще. Это Ламглос. Не знаю, что за фирма. А, ну, наверное, тоже Орифлейм, да? Вот это вот значок. Орифлейм. О, такая яркая. На праздник, да? На Новый год прям. Можно накраситься. Интересно, она матовая? Или просто как блеск? Наверное, как блеск просто. Так, еще вижу вот такую помаду. Сейчас. Тут заклеены. Сейчас. Вот такая красивая помада. Розовенькая. Сколько мне теперь губных помад будет? Каждый день новую можно наносить. И еще вот такая пупа. Губная помада. Знать бы, как она еще открывается. А, вот.
Ой, тут даже зеркальце есть, представляете? Зеркальце и вот такая вот губная помада. Класс, необычный такой дизайн. А вот так вот просто засовывается и достается из зеркальца. Очень удобно. Так, и тут конфетки. Тайна, кокосовые. Ой, я люблю кокосовые, Лена знает. Мои любимые конфеты. И вот такая вот конфеста Дуа. Конфетка. Должно быть вкусная. Вот эта фирма, я люблю их конфетки кушать. Так, и здесь у нас есть вот такая замечательная открытка. Тут поздравления, пожелания от Леночки. Сейчас обязательно прочитаю. Спасибо. Спасибо, Леночка, большое за поздравления, за пожелания. Сохраню обязательно эту открытку на память. Я ее очень люблю. С прошлого года я тоже сохранила твою открыточку. И на долгую память. В общем, мне очень понравилась эта посылочка. Лена старалась. Спасибо тебе миллион раз. Еще раз скажу спасибо тебе. Просто вот все, что я люблю, все, что мне нужно, все ты мне подарила. Надеюсь, что моя посылка тебе тоже понравится. Буду ждать от тебя видеообзора. И постарайся, пожалуйста, распаковать ее перед Новым годом. Не после, а перед, чтобы был такой вот по-настоящему новогодний сюрприз, новогодний подарок, который поднимет тебе настроение в этот чудесный праздник. Также всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Радуйте друг друга пожеланиями, подарками, улыбками. Пусть в вашей жизни все будет замечательно, красиво. Все будет по-доброму. Голубое яркое небо над головой, палящее солнце. Вокруг ваши родные, близкие, друзья, которые улыбаются, счастливы. Ваши детки, бабушки, дедушки, в общем, чтобы все были вместе, все друг друга уважали, любили, ценили и радовали вот своим вниманием и заботой. Все, буду с вами прощаться. Сейчас пойду еще раз все разглядывать. Боюсь, что еще два часа или три просижу над вот этими подарочками и буду все еще раз разглядывать, раскладывать по местам. В общем, есть теперь чем заняться. Все, до новых встреч. Еще раз наступающих вас праздником. Всем удачи, всего хорошего. Пока-пока.